Всем доброго времени суток. Я уже здесь, мы уже здесь, наружу. Все куплено, улучшено. Вон, 21, вмещает 200, 17, 10. Страйкер попозже. Емкость увеличу, когда не будет он мне заполнен. И здесь у нас письмо от Ады. Это появляются паразиты вообще. Спасибо. Ты должен приготовить самое худшее. Даже там написано на русском, надо же. Да, мы вылезли на поверхность, но ненадолго, как вы знаете. Вот эта падающая башня. Салазар сам ее, что ли, наклонил, нагнул. А по карте сколько нам идти? По карте недолго, но это обманчик, потому что мы еще раз под землю пойдем. Но для начала надо будет с товарищами Ганада разобраться. Да блин, ты чё, попой чуешь, что ли? Видимо, так. Чует он одним местом. А Леон даже красться не умеет. Топает, как слон. Бум-бум. Даже по песку. Ну ничего, сейчас мы устроим нашим друзьям небольшой бамс. Как я люблю. Вон они что-то стоят с факелами возле большого костра. Чё, тепла мало? Да, ребятчики. Так, после шестого резика непривычно, когда не указывают, куда попадет граната. Ну давайте повыше. Очень, конечно, хорошо вышло. Мазила. Давай лучше лезь сюда, дружище. Я тебя почикаю немножечко. Ты же этого хочешь, да? Что случилось? А чё у меня топор в заднице появился? Он решил опять испробовать свое счастье. Ну давай. Топор-то забери свой. А что такое? Топор исчезает, и у меня сзади появляется. Я прям фокусник. Я надеюсь, ты умрешь в третьего раза. Да. Аллилуйя. А вы чё, особое приглашение надо, что ли? Ну, конечно. Руки дергаются у Леона, не может никак попасть. Четко же в голову у нас целился, нет? Вот во время нажатия спускового крючка. Давай, ребята, сюда, здесь пиво раздают. Козёл. Успел же я отойти. Нет, я говорю, успел я отойти. Вы можете мне не верить, но я успел отойти. Давай, мужичок. Ладно, пропущу это действие. Сейчас опять долго будет помирать. Оказалось, недолго. Всего-то еще разок они залезли и... Ножом по горлу и померли. О, тебя-то я не приметил, друг. Давай с тобой поиграем.
такой седой, красивый. Жертву для льва. Сейчас ему вывали свою жертву. Тут пасть так разина. Так, здесь у нас выход, там вход. Поэтому туда, сюда мы не идем, а идем туда. А здесь колодец, в котором можно плюнуть. А потом словить рикошет обратно. Золото. Ну что, крутим ручечку. Да, прям со скоростью света надо крутить. Мы не продолжили звуки. И снова мы в глубине. Надо же, обратно можно вернуться. Под землей. Так, что у нас тут? Здесь ничего. Ничего и никого. Черепушечки, ящичек. С бирюзочкой. И снова стоят, ждут у моря погоды. Бензопила, ты-то чё сбесился? Я тебя не звал, если чё. Горшок, что ли, у тебя прозвенел там? Дедуля, здорово. Не, вы видели? Нажал кнопку ударить, он постоял, посмотрел, думает, нет, я лучше схвачу топором. Порой эту игру не понимаю. Кого там Пикадилли? Эй, Пикадилли, ты можешь на свой этот капкан напороться? Давай, иди, дунь. Дувани-ка как следует. И тут крепкий оказался. Ну, я так и думал. То хотел сказать, возможно, у него плага, поэтому он и крепкий. И действительно. А плага твоя дуть может? Хотя уже не важно. Так, с дальше. Будем так пока потихонечку, полегонечку. Да ладно, ты меня видишь. Я же так спрятался. О, слава богу, это хоть с этой стороны пошел. Давай, я тоже дум. Давай, дуй. Ладно, не будешь дуть. Дедуля. Надо же. Ты еще руками от пуль можешь? Ну это уже совсем нечестно. Я им прям по лицу бью, а он хоть бы хны, не реагирует вообще ни в какую. Ну зашибись просто. Точно меня ужалит в попку. Поэтому и не предугадаешь последующие действия, потому что они то реагируют на удар, то не реагируют.
что все мои аптечки, которые я копил потом и кровью, собирал. Будем так, как я уже сказал, потихонечку. Дальше. Все, надоело мне с вами играться. Пора серьезными делами заниматься. Да? Надо им имена дать. Там Ганада белый, Ганада с бородкой. Хотя это тоже с бородкой. Ну, седой у него уже есть прозвище. Ну, как-то... Хуан Пабло какой-нибудь, может, каких у них там имена испанские. Хулио Седой. Хулио Седыш. Хулио Седыш получил. Эй, Хулио Седыш, ты чё там сидишь? А ты чё печальным взглядом на меня смотришь? Никто не даёт, что ли? И чё, ты упал или как? О, очнулся. Я не могу пройти, потому что я дурак с бензопилой. Давай, вставай, беги. Умер, нет? Сейчас я убью, а там деньги останутся лежать. Или исчезнут, или от него деньги не исчезают. Скажите, что он умер, а, пожалуйста. Я пойду пока соберу чего-нибудь. Нет, еще живой. Какой спортсмен. Где там Пикадилли? Ладно, с ним я потом поговорю. Что-то меня напрягают звуки. Как тут обойти-то? Кто там орёт, а? Бля, внутри где-то сидят. Я пойду сокровища пока соберу. Шкипидор. Ну и вроде все. Что-то мне страшно туда идти. Сейчас зайдешь, они как все побегут. А, будет орать. Крик, ор будет. Да вообще лень вот сюда. Наклоняться ножом, пистолетом и все. Дружище! Здесь попадаю хоть, нет? Пикадилли! Ку-ку! Сейчас я тебя убью. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Я спортсмен, я спортсмен. Блин, у меня, кстати, пистолетных-то тоже не так много. Так что я, пожалуй, по старинке. Сколько уже? 4 винтовочных и несколько пистолетных. Наконец-то. Затих. Здесь лучше прибраться, а то мало ли сейчас чё. Суета начнется, толчья. Так, а вторая партия когда пойдет? Когда я ключ возьму или... Надеюсь, отсюда больше никто не пойдет. Интересно, когда я их сталкиваю, они... Это самое... Что-нибудь там тратится у них в жизни?
Это ты мой аватар. По личику. Сделал вас еще красивее. Я смотрю, уж такие красавцы. Особенно ты, бабуля. Ладно, опять пауза. Слишком долго это все. Не, знаете что? Я ускорю этот момент. Хочу посмотреть, как в ускоренном они будут. О, еще бежит. Иди нафиг. Представляю, такой стою с ножом, а сзади такой бензопищик подходит, тык-тык-тык. И так мне голову. Еще бегут на люли. Блин, сколько вас там еще? Надоело. Фу. Кажется, успокоились. Нет. А ладно. Бей! Фу, сложно. Подождите, ребята. Тихо. Я еще не закончил. Я думал, я закончил, но... Это ребята, которые опоздали. Или другие, которые добавки захотели. Ой-ой-ой. Не подожги меня. Сколько вас там еще? Одна бабуля осталась. Ну давай. Пусть все сюда идет. У меня лавка закрывается. Раздача ножом по морде окончена на сегодня. Все, пойду к Сальвадору схожу. Сальвадор номер 2. Им бы хоть костюмы поменяли этим Сальвадором, а то все в одном и том же ходит. Ну так, да. Здорово, ты что тут скучал? Я нет, а ты? Чё материшься, а? Рискованно, конечно. Фух. Сколько раз я уже попадался на всяких выкрутасах и выпендрёжах. Но иногда же должно повезти и без проблем все пройти. Все. Нифига это кто сделал? Это кто сделал? Леон такой хотел с ноги дверь выше, тебе нога в эту дырку. И такой, нога застряла, и он пошел с дверью на ноге. Гранат-то сколько у меня собралось? Скоро надо будет их тратить массово. Так, 5 аптек. Отлично. Идем далее. Да ничего, такой тоннель прорыли, исследуя... На наличие Лас Плагас. А здесь, наверное, так нельзя, да? Или можно? Нет, что-то не высвечивается. А нет. Нельзя.
Жалко, ну ладно. Сверху, ну да, сверху вниз, снизу вверх. Ну чё, коротышки. И это все быстро вы стухли. Как они любят повторять, я не знаю, моменты, ловушки. Были уже иглы, ну да, здесь как бы решили немножко усилить, их паучков добавили, чтобы... Но все же. Эль Гиганта 3 раза. Доктор Сальвадоры по 500 раз. Короче, ни ума, ни фантазии у разработчиков. Но все равно игра мне очень нравится. Это так, небольшие претензии. Можно же было что-нибудь... Второй раз и по оригинальной ловушечке сделать. Сейчас мы поедем на вагонеточке. Не знаю, люблю я это место, не люблю. Так, немножко... Конечно, он будет сейчас напрягать. Постоянно перелазить зад вперед. Так, сразу так. Наверное, ТМП сразу перезаряжу на всякий. Чтобы когда дробыш кончился. Если что, резко на ТМП или еще на что-то. Хотя там будет временно. Перезарядиться. А, да, надо же стрелять. Я уж хотел вылазить. Погнали! Че, убил, что ли, все-таки? Че ты там пальцем тычешь? Неприлично пальцем тыкать. Особенно на такого красавца, как Леон Кеннеди. Э, ты еще жива, моя старушка? Только не говори, сейчас будет плага или еще что-то в этом будет. Ребята! Красавцы вы мои! Просто... Так стояли, ждали, да? Поехали, чувак! Тихо, деньги, деньги, не забываем про деньги, вы что? Интересно, если я к краю подойду, бензопила меня стяпает. Так, пора на... Ну, началось. Ой-ой-ой! Я ж с перепугу там 500 кнопок начал жать. Это что, бензопила еще живой, что ли?
А 10 тысяч мне за что дали? Или мне вообще не 10 тысяч дали? Меня обманули. Да ну его нафиг, сейчас еще передумает. Перезарядка пока. Так, это ускорение-то уже пойдет. Все, ребята, прощайте. А, все, уже ничего не могу сделать. Впервые я дотянул бензопильщика до такой поздней стадии. Не смейте, не смейте. Весело прокатились, конечно. Да! Да идите вы в баню, блин! Я жал! Видимо, слабо жал. Надо так же, как и с камнем жать. Только не говорить, сейчас заново надо будет на вагонетке ехать. Если сейчас заново, я их убью. Да вы издеваетесь! Блин, да... Это бред. На каком-то одном моменте, где надо чуть быстрее, чем обычно, жать квадратик и все заново. Ёлки зеленые, да ну вас в баню. Не буду я вам тогда второй раз показывать. Так хорошо прошел, и надо было на такой фигне в конце запороться. Опять пошло ускорение. Главное успеть нажать. Ну как не успеть, а быстро нажать. Мимо, мимо. Блин, если бы я знал, что тут так же, как и с камнем, надо быстро жать, я бы сразу бы джойстик приготовил. Положил на нужные... На нужный лад. Да, вот так и все ТМП истратил. Но доктор Сальвадор успел завалить. 10 тысяч отхватил. Кстати, один раз я запоролся, экспериментируя с доктором Сальвадором, когда он... Я говорил, что... Ударит ли он бензопилой или начнет перелазить, если там подойти в упор к краю вагонетки и пытаться его ножом. Да, он может, не перелазя, вам бошку отрубить. Это он со мной проделал, поэтому... Не пытайтесь повторить. Лишитесь головы, как и я. Ну ладно, весело прокатились. Все нормально. Вставляем круглую фигню в пасть льву. Впереди нас ждет 5 монахи из клана Лос Иллюминатус. Ну а я с вами прощаюсь. Микрофон был 5P74. Меткость крутая, 58. Ну, видимо, ТМП. Она влияет на меткость. До новых встреч, друзья.